Порошенко отстранил губернатора Одесской области. Президент отстранил от должности Максима Степанова и сразу назначил его временного сменщика. Президент Петр Порошенко сменил губернатора Одесской области, отстранив от должности Максима Степанова и назначив исполнять обязанности главы ОГО Сергея Порошенко. Об этом свидетельствуют указы президента от 6 апреля, обнародованные на сайте главы государства. Сергей Порошенко родился в 1972 году в селе Виноградовка Одесской области. Возглавлял СХА производственный кооператив агрофирма «Бургуджи», а потом – одноименное фермерское хозяйство. С марта текущего года – первый заместитель председателя Одесской ОГО. Напомним, Степанов был назначен председателем Одесской ОГО в начале 2017 года. Ранее сообщалось, что Порошенко в течение 7-8 дней уволит главу Херсонской ОГО Андрея Гордеева. Отметим, прошлой осенью Порошенко сменил сразу несколько губернаторов в Киевской, Черкасской, Черновицкой и Луганской областей. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/TimeCorrespondent.net по материалам сайта newsgro.com.